Здравствуйте, друзья! Мастер дизайн интерьера представляет. Дизайн паркета в современной квартире играет важную роль в создании стильного и уютного интерьера. В 2024 году существует несколько ключевых тенденций в оформлении паркета, которые помогут преобразить ваше пространство. Рассмотрим основные направления в дизайне паркета. Популярные узоры укладки французская елочка, шеврон, один из самых модных узоров. Паркетные планки укладываются под углом 45 градусов, создавая стильный и изысканный рисунок. Прекрасно смотрится в просторных помещениях, придавая интерьеру динамику и элегантность. Классическая елочка, херингбоун, традиционный рисунок, который актуален и в современных интерьерах. Хорошо сочетается как с классическим, так и с современным стилем благодаря своей универсальности. Плетенка – более сложный и интересный узор, при котором доски укладываются по принципу переплетения. Подходит для тех, кто хочет придать своему полу индивидуальность и необычный характер. Квадраты – Versailles, геометрический рисунок, напоминающий французские дворцовые залы. Паркетные планки образуют сложные узоры в виде квадратов. Это классический вариант, который часто используется в сочетании с роскошными интерьерами. Цветовые решения цвет паркета – это важный элемент дизайна, который может кардинально изменить восприятие помещения. В 2024 году наблюдаются следующие тенденции – светлые оттенки, светлые породы дерева, такие как дуб, ясень и клен, по-прежнему остаются популярными. Такие оттенки делают пространство более светлым и просторным. Светлый паркет гармонично вписывается в современные минималистичные интерьеры, скандинавский стиль и лофт. Натуральные и теплые тона, пастельные и теплые оттенки дерева возвращаются в моду. Паркет с легким оттенком бежевого или карамельного выглядит натурально и уютно. Теплые тона дерева прекрасно сочетаются с мягкими текстурами, натуральными материалами и пастельными цветами в интерьере. Темные оттенки, темные породы, такие как венге и орех, добавляют интерьеру роскошь и глубину. Они хорошо сочетаются с современными и классическими стилями, но требуют просторных помещений и хорошего освещения. В 2024 году популярны глубокие шоколадные и серые оттенки, которые придают полу строгость и элегантность. Серый паркет. Серый – один из главных трендов последних лет. Он придает полу современный и стильный вид, прекрасно сочетается с металлическими и бетонными элементами декора. Серый паркет можно найти как в холодных тонах, так и в теплых вариантах, что позволяет использовать его в разных стилях. Текстуры и отделка матовые покрытия, матовые поверхности выглядят естественно и современно, а также менее подвержены появлению царапин и следов от обуви. Матовый паркет особенно популярен в скандинавских и минималистичных интерьерах, где ценится натуральная простота. Состаренный паркет – искусственно состаренный паркет с эффектом потертостей и трещин набирает популярность. Это придает полу винтажный и аутентичный вид. Такой паркет идеально вписывается в интерьер в стиле рустик, лофт и кантри. Текстурированный паркет – паркет с выраженной текстурой дерева выглядит естественно и создает ощущение живого материала. Небольшие неровности и волокна дерева добавляют полу индивидуальность. Текстурированные поверхности прекрасно сочетаются с натуральными материалами, такими как камень, ткань и бетон. Ширина и длина досок широкие доски, широкие паркетные доски, от 15 до 30 см, становятся все более популярными. Они создают ощущение простора и элегантности. Широкие доски хорошо подходят для современных интерьеров, особенно если вы хотите минимизировать количество стыков и швов на полу. Длинные доски, длинные планки, от 1,5 до 2 метров, помогают визуально удлинить помещение и придают полу монолитность. Такой вариант укладки популярен в больших помещениях и открытых пространствах. Экологические решения «Экопаркет» в 2024 году наблюдается рост популярности экологически чистых материалов. Экопаркет изготавливается из древесины, полученной из ответственных источников, с минимальным использованием химических веществ в процессе производства. Натуральные масла и воски используются вместо лака, что делает покрытие безопасным для здоровья. Бамбуковый паркет. Бамбук – это экологически чистый материал, который быстро восстанавливается и обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. Он устойчив к износу и влаге, что делает его отличным выбором для современных эко-дизайнов. Сочетание с другими материалами паркет и плитка, комбинирование паркета с плиткой – одна из модных тенденций.
Это позволяет создать интересные переходы между зонами в квартире, например, на кухне или в прихожей. Часто используется плавный переход между зонами, где паркет переходит в плитку, сохраняя общий стиль пространства. Паркет и камень. В современных интерьерах часто сочетают дерево и камень. Каменные вставки или рамки могут быть использованы в местах с повышенной нагрузкой или рядом с камином. Паркет и умные технологии, интеграция с подогревом пола. В современных квартирах все чаще используется система «теплый пол». Инженерный паркет и паркетная доска являются идеальными материалами для укладки на такие системы, поскольку они устойчивы к температурным изменениям. Выбор и укладка паркета требуют внимания к ряду факторов, чтобы обеспечить долговечность, эстетичность и комфорт покрытия. Вот подробная информация по выбору и укладке паркета. Типы паркета. Массивный паркет – это натуральные деревянные доски, обычно из дуба, ясеня или экзотических пород дерева. Прочный, долговечный, подходит для помещений с высоким уровнем нагрузки. Инженерный паркет состоит из нескольких слоев. Верхний слой – натуральная древесина, нижние – стабилизирующие слои. Он более устойчив к изменениям влажности и температуры. Штучный паркет – маленькие планки из натурального дерева, которые можно укладывать в различные узоры. Это классический вид паркета, который требует тщательной укладки и ухода. Паркетная доска – широкие доски, состоящие из нескольких слоев дерева. Легче в укладке и менее чувствителен к изменению климата. Выбор породы дерева – дуб – один из самых популярных вариантов благодаря своей твердости, долговечности и красивой текстуре. Ясень – легче и светлее дуба, но также очень прочен. Бук – имеет светлую текстуру, но менее устойчив к влаге. Экзотические породы тик, мирбау, отличаются высокой стойкостью к влаге и уникальными цветами. Факторы при выборе паркета – цвет, светлые тона, дуб, ясень – делают помещение светлее и визуально больше, темные породы – венге. Орех – добавляют уюта и роскоши. Твердость. Чем тверже дерево, тем лучше оно выдержит механические воздействия и меньше будет повреждаться. Финишная обработка. Паркет может быть покрыт лаком, маслом или воском. Лак придает блеск и защиту, масло – более натуральный вид и матовую поверхность. А воск обеспечивает приятное тактильное ощущение и защиту. Как правильно уложить паркет? Подготовка основания, ровность. Основание под паркет должно быть идеально ровным. Перепады могут привести к скрипам и деформации планок. При необходимости используют самовыравнивающие смеси. Гидроизоляция особенно важна в помещениях с повышенной влажностью, например, на первых этажах или в домах с неустойчивой влажностью. Подложка. В зависимости от типа паркета, может понадобиться подложка для дополнительной тепло- и звукоизоляции. Методы укладки. Плавающий метод применяется для паркетной доски и инженерного паркета. Доски не приклеиваются к основанию, а соединяются между собой замковыми соединениями. Клеевой метод используется для массивного и штучного паркета. Планки крепятся на основание при помощи специального клея. Этот метод обеспечивает более надежное сцепление, но требует профессиональных навыков. Укладка на фанеру. Укладывают массивный или штучный паркет. На бетонное основание крепится фанера, а уже на нее – паркет. Это обеспечивает дополнительную прочность и стабильность. Направление укладки – параллельно стенам, классический способ, который подходит для большинства помещений. Диагонально – придает пространству динамичность и визуально увеличивает помещение. Узоры, елочка, квадраты, плетенка – популярные узоры для штучного паркета, которые добавляют интерьеру индивидуальности. Уход за паркетом – чистка, используйте мягкую щетку или пылесос с насадкой для паркета. Влажную уборку проводите с минимальным количеством воды, чтобы не повредить дерево. Обработка. Паркет необходимо периодически обновлять. Лакированный паркет нуждается в повторной лакировке каждые 5-7 лет, масляный – в обновлении масла каждые 1-2 года. Защита от влаги. Не допускайте проливания воды на паркет. При необходимости немедленно вытирайте ее насухо. Советы по укладке и уходу. Перед укладкой дайте паркету акклиматизироваться в помещении в течение 48 часов. Для равномерного распределения света укладывайте доски по направлению к окну. Избегайте резких перепадов влажности и температуры в помещении. Выбор качественного паркета и его правильная укладка обеспечат вам красивое, долговечное и функциональное напольное покрытие на долгие годы.
В 2024 году паркет остается актуальным решением для оформления пола в современных квартирах благодаря своей универсальности, экологичности и разнообразию дизайнов. Выбор цвета, узора и текстуры паркета позволяет создать уникальный интерьер, который будет радовать долгие годы. Друзья, не забудьте поставить лайк этому видео. Подпишитесь на канал, чтобы получать уведомления о новых видео.